Владимирская область в числе 5 субъектов ЦФО, где в текущем году нет роста официальной безработицы. Не имеют работы сегодня около 10 тысяч жителей региона. По сравнению с началом прошлого года, показатель вырос всего на 0,3%. Число вакансий у нас 11 700. Больше всего безработных в Селивановском, Судогодском и Камешковском районах. Легче найти работу в Собинке и Петушках, а также в областном центре. Из числа обратившихся в службу занятости незанятых граждан в 10-дневный срок было трудоустроено 27%. То есть 1/3, кто к нам обратилась, уровень трудоустройства за прошлый год у нас составил 63%. То есть 63%. Рынок труда по-прежнему испытывает дефицит рабочих специальностей, инженеров, медицинских работников. Спрос превышает предложение. Вот по следующим профессиям, например, медицинская сестра. В 7 раз. Инженеры техники. Инженеры все направления в 1,6 раза. Ну и, соответственно, когда предложение превышает спрос. Экономистов в 6,8 раза. То есть их больше в 6,8 раза, нежели вакансии, которые у нас есть. Бухгалтеры в 6 раз. Вот в последнее время менеджеры. То есть менеджеров раньше было больше, менеджеров 4,3 раза. В режиме неполной занятости работает 20 организаций, около 5300 человек. В прошлом году эта цифра была выше – 5800. О предполагаемом сокращении на сегодняшний день предупреждены 660 человек. В этом году на поддержку предприятий с неполной занятостью планируется потратить 50 миллионов рублей.